Так, друзі, ну доброго ранку тим, хто до нас доєднався. Наша програма не завершується. У нас сьогодні Аліна Мележик у студії. Доброго ранку. Ми будемо говорити про відпочинок на вітрильних яхтах. Доброго ранку, Аліночка. От одразу у мене запитання. Такий стереотип є, що ніби для того, щоб відпочивати на яхті, це лакшері життя, потрібно бути мільйонером. Це правда? Ні, це абсолютний міф. І, в принципі, вже многі українці це почали розвіювати останні літ 5, в тому числі і я, тому що працюю в цій темі вже з 2013 года. Яхтенный отдых может быть очень разным. Так. Он может быть достаточно бюджетным, он может быть организован для среднего класса, и, конечно же, он может быть премиум, люксури, делюкс, лакшери. Так. Так. Ну, от, якщо ми говоримо про середньостатистичну родину, так? От як відпочити там сім'я з дітками взагалі? Як організувати відпочинок на яхті? З чого почати? Як обрати? Як знайти? В принципе, да. Для этого есть Google, да, есть уже какие-то киевские агентства, которые это организовывают, в том числе и мое, которое называется Yacht Time. Отдохнуть на яхте с детками действительно возможно. Да. И очень рекомендую. Рекомендую для начала найти, да, какое-то агентство, да, или обратиться к специалистам, рассказать, какое количество предполагаемых людей планируется. Например, там мама, папа, двое детей, и, например, у них там есть еще двое... еще парочку знакомых друзей, у которых тоже есть детки. Да. Потому что объединяться лучше тогда, когда есть в каждой семье детки. Ведь взрослые, если едут отдыхать без детей, наверное, они хотят отдохнуть без детей. Да, поэтому да. Классно, когда есть возможность объединиться с малышами или с подростками. Далее, что мы представим? Мы бронируем яхту или катамаран, парусный катамаран. Есть определенное различие. Яхта больше для такого спортивного отдыха, да, да. Хождение под парусом. Сами, когда она будет так крениться, наклоняться, ну, да? Это отдых с элементами экстрима. То есть он абсолютно безопасный, потому что мы путешествуем в те страны по тем направлениям и в те месяца, да, когда отдых получается комфортным. Катамаран — это как две яхты, это, по сути, отель на воде, там много места. Ого, и для деток там очень комфортно и очень классно. Так, а какие правила безопасного поводжения дитини на яхте, например? Ну, вот если я там своих маленьких беру с собой, так, что я потребен, что мне нужно знать, чтобы они там нормально все было, что не сталося? Во-первых, главным в наших путешествиях на яхтах это капитан, который в первый же день, конечно же, дает полнейший инструктаж, так, что и как мы организовываем в нашем отдыхе. Да? Естественно, родители, если едут отдыхать с детками, они все равно так или иначе берут на себя ответственность за тем, чтобы следить за своим чадом. Бывает, если детки маленькие, на яхту можно заказывать такую защитную сетку, которая по бортам крепится. Но в целом... В плане деток, да, безопасности, так, вы имеете в виду. Слушать капитана. Активно. Дітей, капітан, це такий ніби і аніматор, і вусатий нянь. Так? Можна дітей спровадити до капітана. А його можна відволікати, до речі, капітана? Нужно. Від штурвалу. Нужно. Он на самом деле многозадачный. Действительно, я, кстати, говорю очень часто, что капітани, которые ходят в такие круизы на отдых, они и немножко аніматоры, и немножко психологи, потому что без формирования такой атмосферы, психологически комфортной для отдыха, потому что все равно в ограниченном пространстве собираются люди, которые не всегда живут в одной семье, да, поэтому они начинают показывать там какие-то свои характеры, свои настроения, и задача капитана не только привести вас в точку А, потом перевести в точку Б, но психологично также, конечно. До речи, сколько по часу зазвичай тривают круизы ось такие? Типичный для украинцев и для тех, кто вот отдыхает ну, вот, в формате яхты? Украиной, вот, да, приклад. В Украине. Так. Если мы говорим про Киев, в Киеве минимальный заказ на прогулку, это не отдых, это не круиз на яхте, да, это просто прогулка. Так. Минимальный 2 часа. Меньше нету смысла, потому что не успеете выйти на воду, вкушать какое-то удовольствие, как все, уже нужно вернуться назад. Рекомендую 3-4. Есть возможность арендовать яхту на целый день, устраивать купание, делать остановку на острове, да, заходить там, в десенку, там чистая водичка, купаться и, конечно же, попасть
вечером на закат. Я от, до речі, хотів запитати, ми колись брали яхту і вмовили капітана, щоб він вивіз кудись там, де немає людей, і ми пірнали з тієї яхти. Це допустимо? Це, ну, must have? Можна так робити? Чи це все ж таки він на свій страх і ризик зробив? Звісно, це допустимо, у вас же був трап, по которому вы поднимались. Да, главное его вовремя отпустить и не отплывать далеко от яхты. Головне нікого не забути. Це точно. На безлюдному острові у Києві, до речі, теж є. У Дніпрі, по-моєму, такі острови. Чи ні? Ну, є такі, да, є. Такі місця, якісь локації незвичайні, так, куди можна заїхати. Мы больше все-таки находимся на воде, потому что когда хочется на остров, то люди выходят, отправляются с палатками, да, отдыхать. Да, мы больше все-таки на воде, там есть свое удовольствие в этом. Но... До речі, от якщо ми говоримо про яхту, що там взагалі має бути у самій яхті? Там є можливість там поїсти, щось приготувати? Те парусные яхты, на которых работаем мы, организовываем круизы, это как дом на воде. Да. Там есть каюты с постельным бельем, там есть кухня с умывальником, с водичкой, с холодильником, иногда с морозилкой, если это яхта подороже. Там есть иногда кондиционеры, в зависимости от страны, да, если это Таиланд обязательно. И, конечно же, там есть санузлы обязательно. И, да, да, душевая, санузел от 1 до 3-4 вот на тех яхтах, на которых отдыхаем мы. Так, ну мы поговорили про яхти в Києві. Хочеться запитати, от які є найпопулярніші маршрути? Наприклад, ми завантажуємося в Києві і куди ми пливемо? Во-первых, мы стартуем не из Киева, ну, мы стартуем из Киева, но из Киева мы летим самолетом, ага, в ту страну, по которой мы будем путешествовать, ага, на яхте. Вот так. Если говорить про популярные направления для украинцев, и если говорить про те направления, с которых я бы рекомендовала, да, начинать путешествовать на яхтах, ага, это, как ни странно, Турция, так, это Черногория, угу, и это Греция. Могу коротко объяснить, да, почему. Так, Турция на яхте, Южная Турция, это сильно-сильно лучше, чем all-inclusive. После того, как люди попадают на отдых на яхте, очень большой процент, я бы назвала 90, не возвращаются отдыхать в отеле. Они начинают, ага, отдыхать на яхтах. То есть на яхте можно и жить, так? Ну, перебывать там постоянно, замість отеля. Да, то есть, ну, у нас же каюта есть, мы постоянно на яхте, просто мы меняем картинку каждый день по несколько раз, да, мы не на одном острове, мы стартовали с материка, перешли на один остров, потом еще в одну бухточку, и мы все это время ночуем на яхте. И вот за рахунок этого разнообразия люди відмовляються від all-inclusive и кажут, все, на яхту и класс. Да. Да. Так, ну а Греция? Греция, во-первых, она достаточно желанна многими вот украинцами, с кем я общалась. Очень многие люди Грецию сильно любят. Хотя это не самое мое любимое направление. И во-вторых, она самая бюджетная для нас. В плане для яхтинга, для отдыха на яхте, потому что там огромный выбор лодок разного, на разный вкус, на разный кошелек. Там очень дешевые яхтенные расходы, да, потому что у нас есть какие-то там, у нас есть топливо, да, у нас там есть какие-то стоянки. И вот стоянки в Греции стоят ничего практически. Вот, да. И поэтому вот у нас туда удобный перелет, да, есть прямые перелеты. Надеемся, что с 14 мая она таки откроется. Ну, было бы непогано. Да. Є новина, що Греція вже так відміняє всі такі застереження, більш серйозні, і можемо летіти. Хочете мені запитати, ви сказали, не ваш найулюбленіший маршрут, проте у вас є якийсь власний найулюбленіший, який ви можете порекомендувати? То що, що українець повинен побачити прямо от must have на яхті? Увидіти, яку страну, ви маєте в виду? Так, да? Україну. Учитывая, что, опять-таки, наш сосед, наш любимый сосед, любимый многими, это Турция, вот южный берег Турции очень красивый, очень впечатляет, отличный сервис, и стоит один раз попробовать. Так. И влюбиться. Это первое. А второе, мой любимый маршрут, это яхтинг на Азорских островах. Это, ого, в Португалии. Вот, да. Там очень красиво. Это, конечно же, немножко другой порядок цен в сравнении с Грецией. Но увидев один раз, хочется возвращаться, повторить. А поскольку мой любимый формат отдыха уже только под парусами, то я выбираю такой формат.
такое направление. Слухайте, ми, мабуть, теж оберемо такий формат, і в думках ми вже десь попливли на яхті, дивимося на надзвичайні пейзажі, пливемо. Головне, щоб морської хвороби, до речі, так не було. Угу. На яхті з нею не можна, я так розумію, так? Вона, вона буде создавати цьому чоловіку дискомфорт, но... А можна пристосуватися якось? Можна, звісно. Ну, не то, щоб з морською болезнью. Скажем так, у мене є простий тест на определення морської болезні. Якщо вас... практически всегда тошнит в машине, когда вы едете. Скорее всего, у вас просто проблемы с вестибулярным аппаратом, и, наверное, когда вы будете на борту и вас будет там покачивать, вам будет дискомфортно. За всю мою практику работы в этой теме у нас было действительно два человека, которые были зеленые, которым было очень плохо, и они просто сошли на берег. Это два человека из... большого количества людей. Вот. Ну, конечно же, есть методы, скажем так, борьбы с ухудшением состояния на борту. Например, встать за штурвал, сосредоточиться на горизонте, смотреть на красоту, и вы вообще забудете о том, что есть такое слово «морская болезнь». Так, зосередитися на найкращому. Аліночка, ми вам дуже дякуємо, що ви зараз нас просвітили отак. От ми вже дійсно, вже подумки на яхті. Подумки на яхті, подумки стали за штурвал. У нас у гостях була Аліна Малежик, організатор відпочинку на вітрильних яхтах. Ми дякуємо вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на YouTube-канал «Правда тут» і буде ще більше, ще цікавіше. Ну а щоб бути у курсі останніх новинок, які з'являються на нашому YouTube-каналі, обов'язково увімкніть дзвіночок. We'll be right back.